Нужно мне сделать доску круглой формы вот с такой вставкой. В качестве основы будет использована сапелия, а вставка будет сделана в виде вот 3D кубиков. Ну, это известная доска, которую я делаю. Доска достаточно простая, но делать ее можно двумя способами. Можно в заготовке из сапели сделать углубление круглой формы, вырезать круглую вставку, вставить, а затем в нее уже вставить букву А из сапели также. Но можно сделать все это за один проход. То есть делается вставка сразу с буквами, которые будут взяты из основы самой доски. Я, наверное, пойду по второму пути. Это быстрее и более интересно. Вот так это выглядит после шлифовки. Нужно понимать, что здесь буквы и точки представляют собой не вставку, а основу доски. Вставка это вот эти кубики. Поэтому при шлифовке, чем больше мы шлифуем, тем больше становятся буквы и точки, потому что они представляют собой конус. То есть вот точка представляет собой, собственно, вот такой конус с углом 15 градусов. И чем больше мы шлифуем, тем больше она будет становиться. Если бы мы делали это как вставку, то это было бы наоборот, было бы вот так. И при шлифовании они становились бы все меньше и меньше. Вот она главная, все, да, то есть у нее уже такой патриархат.